Там спиннинг утащил, ё-моё. Спиннинг вырвал. С этого, с подставки утащил спиннинг. Привет. Сегодня снова рыбалочка. Сильный ветер. Юго-западный. Сильные вообще здесь волны. Хорошие. Думаю, в такую погоду очень много шансов хорошего карпа поймать. Он любит такую погоду. Мы с Бетти сегодня на рыбалке. Познакомьтесь, это Бетти. Красавица. Мы ее подобрали. Ее хозяева выбросили. Ну, нам так сказали, то, что выбросили. Вот по этой информации, которая есть у меня. Опа. Блин. Пакеты разлетелись. Ветром пакет унесло. Блин. Ветер сильный. Бетти нельзя. Сейчас будет кашу. Это для рыбы, это не для тебя. По той информации, которая у меня есть, сказали то, что эту собаку выбросили. Ну как, выгнали что ли, сказали то, что дома писается. Ну не знаю, она вот она одну ночь вот первую у нас переночевала, не писалась, ничего. Мы ее вечером привели, утром я вышел с ней, погулял, она пописала, все нормально. Дома не писается, не знаю, может быть. Ну я у ветеринаров спросил, к ветеринарам ее завозил. Они говорят то, что, ну возможно это так сказали, чтобы оправдать, там допустим, то, что они ее выгнали. Не знаю. Ну, в общем, нам жалко стало, мы взяли ее. Посмотрим. Возможно, у себя оставим. Пока еще не знаем, пока думаем. Очень хорошая девочка, послушная. Очень не агрессивная, вообще очень добрая. Говорят то, что это помесь лабрадора. Ну, видно. А Джек с мамой на работе. Так, сейчас я все приготовлю, закину. И если что-то поймаю, то включимся. Что-то одна из донок стояла. Я только сказал, что-то не клюет она. И вот карпик клюнул. Только проговорился про нее. Хороший, кстати. Опять на верхний поводок, что ли, ну. Сегодня верхние поводки работают. О, хорошенький. Хороший, самый большой, на верхний поводок. Сработал верхний поводок опять. Класс. Сейчас посмотрим, сколько весит. Ох, классный рыбалка сегодня. Карпуша хороший зашел. Вот такой двушка, думаю. Сейчас посмотрим, как зацепился. Если он... А, он отцепился. Но я видел то, что он на верхний поводок был пойман. На верхней поводке он был. Отцепился все, под саки уже. Сейчас посмотрим. Сейчас обнулиться. Ага, по нулям. И поехали. Посмотрим, сколько он весит. Так. 1,980 кг. Класс. Спасибо, Посейдон. Блин, вообще классная рыбалка. Какая-то поклевочка здесь была. Не знаю, что, опять холостая, что ли, ё-моё. На эту донку уже третий раз холостая сегодня. Именно на одну и ту же. Именно в этом месте, по ходу дела, самый хитрый карась сидит. Ну, холостая, зараза. Какая-то поклевочка здесь есть. Вон. Какая-то поклевка есть. Вон что-то тянет. Посмотрим, кто попался там. Что-то тянет. Что ли, моя была же рыба или к берегу просто пошла. А нет, карась есть.
карась так клевал, оказывается. Казалось, что-то покрупнее как будто. О, хороший карась. Крупного. Засечка хорошая. Прям в нижней челюсти вообще глубоко крючок. Даже легко его не вытащишь сейчас. А вот сам вышел. Класс. Бетти гоняет ворон. Там вороны сидели, короче, побежала за ними. Хотела поймать. Чуть с оврага не улетела с этого, с обрыва. Бетти, ко мне! Бетти! Иди ко мне! Иди сюда! Бетти! Ко мне! Иди сюда! Она там пакеты увидела. Пакеты на ветру летают, ей интересно. За ними гоняется. Прикольно. Что-то здесь леска вообще... Вообще лежит, вообще сильно лежит. О, куда ушла леска? Ё-моё, здесь что-то положило вообще. Под берег, что ли, ушел? Что-то вообще прям... Что здесь случилось-то, что-то я не понимаю. А что случилось-то? И что за обрыв? Что-то не понял я. Что-то обрыв, что-то непонятное вообще. И леска лежит. Что это было, интересно? Здесь какая-то поклевка есть. Сидит. Тут вроде попался. Что-то сопротивляется карась, наверное. Ага. Что-то дергается. Кто-то попался на крючок. В этот ветреный осенний день. Кто там у нас такой интересный? Пока не вижу. Пока не видно. Карась. Карась. Сейчас посмотрим, как вытащим его. Вот так. За нижнюю губу есть. За нижнюю губу попался, дружок. Ждем карпушу. Карасик попался. Так, давай. Слезай с крючка. Хорошо, засекся за нижнюю губу. Класс, ждем карпушу. Ветер хороший, раздувает. Должен карпуша попасть сегодня. Там спиннинг утащил, ё-моё. Спиннинг вырвал. С этого, с подставки утащил спиннинг. Прям с подставки. В моих глазах прям утащил там хороший. Бетти, иди сюда. Иди сюда, Бетти. Бетти. Ох, мощный вообще. Мощный там клюнул. Вон он ходит. Так, сейчас посмотрим, как его взять. Кувыркается там. Кувыркается, дружок, пирожок.
Есть, есть, хороший карп. Хороший зверь. Попался, есть. Чуть спинник не утащил, ё-моё. Вообще красавчик. Вот он, здоровый карп. Есть, класс. Как засекся. Чуть-чуть совсем держался вон. Вообще мог уйти вон сорваться. Вот так чуть дернулся бы и сорвался бы. Класс. И это вроде недалекий заброс был. Только я сказал то, что надо монстра поймать какого-то. И вот хороший карп клюнул. Посмотрим, сколько зверь этот весит. Три триста. Еще одна поклевка. Еще одна какая-то поклевка. Еще кто-то есть там. Кто-то сопротивляется. Хороший, что ли, непонятно пока. Ветер сильный и не очень понятно, кто там. Там карпик небольшой. Карпик небольшой там, ё-моё. А нет, карась. Карась просто крупный. Другую леску зацепил мне. Гаденыш, другую леску зацепил. Хороший карась. Упал, свалился он. Здоровый карась вообще огромный. Иди сюда. Иди сюда. Вот так вот. Он как дергает. Здесь точно рыба есть какая-то. Кто-то сел.
Хороший карась, крупный. Зачетный карась. Попался. Класс. За верхний поводок. Карпик небольшой, клюнул как карась, такой килошный, может, и, хотя небольшой, не этот, не маленький, полторашка, наверное, может, даже двушка. О, хорошенький. Посмотреть, куда зацепился. Коровы эти запарили вон. Ходят здесь рядом, боюсь, то, что леску зацепят. Вон сколько коров. Так, у этого куда крючок засандалился-то? А он уже и снялся с крючка. Ничего себе. Ну, на верхний поводок вот. Ближе к рту верхний был. Наверное, на верхний поводок зацепился. Скорее всего, так подозреваю. Хорошенький полторашка такой. Вот здесь какая-то поклевка есть. Издалека видел, как. Слышал, как колокольчик звенит и как донка гнется. Ох, что-то нажимает. Карпуша, что ли, зашел. Ох, хороший поход дела. Кажется, хороший. Да, хорошо жмет. Нажимает неплохо. Сейчас посмотрим, что там за зверь. Против течения идет. Ох, прям к берегу пошел. Карпенок. Такой стандарт опять. Есть. Такой килочный карпенок. Класс. Попался. Попался звереныш. Звереныш попался. Как, куда зацепился-то? Так, за какой поводок? Ага, за тот, который в пружине был. Что за засечка? Оп, сорвался. Плохо держался. Плохая засечка была. Какая-то поклевочка вниз. Кто-то сел здесь на крючок. И задев, что ли? Зацеп, что ли, непонятно. Что-то пока непонятно, что-то есть, нет. Карась, наверное, сел. Подозрение есть то, что карась. Хотя нет, вон. Что-то там. А, нет, карась. Крупный карась просто хороший. Сейчас его вытащим, за нижнюю губу хорошо сидит. Вот такой хороший карасик попался.
за нижний крючок. А нет, или за верхний, или за нижний. Непонятно. А нет, за верхний поводок, который наверх я поставил. Это скользящий поводок. Погода меняется. Вон какие-то тучи появились. Тоже интересно. Пасмурная погода вон идет. Завтра дожди вроде обещают. Посмотрим сейчас, как изменение погоды повлияет на клев. Интересно. Какая-то поклевка была сейчас. Не знаю, что-то есть, нет. Какая-то слабая, вялая такая поклевка была. Вроде что-то есть, непонятно пока. Но в сторону повело. Карась, наверное. Карасик есть. За верхний поводок. Вот так вот. Есть, карасик попался. Карасик, разбойник есть на закате. Сейчас солнце заходит, вот поклевочка на закате. На верхний поводочек попался. Тихо, тихо. Траву какую-то собрал. Короче, извозился весь в грязи. Класс. Поклевочка была. Пока не знаю, кто там. Кто-то есть на крючке. Кто там, не знаю, но кто-то есть. Что, убежал, что ли? Да нет, вроде вон есть. В сторону ведет. Карасик, скорее всего. Карасик сел, да. Карасик попался. Еще один на закате. Вот он. Есть. И прям на берегу упал. Оп. Отцепился. Оп. Футбол. Ох, хороший поход делает. Хороший, что-то загибает прям такой. Загибает. Выгибается. На закате карпуша клюнул, что ли? Карпуша, походу, дело клюнул на закате. Он как гнется. Карпуша или карасюша? Карпюша. 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 Неплохой, кстати. О, как буксует. Карпенок.
такой хорошенький, полторашка, наверное, есть. Есть. О, хороший карпенок. Красавчик. Такой даже двушка, наверное. Класс. На закате клюнул. Красавчик. Классно, спасибо, Посейдон. Порадовал меня. На какой поводок ты, интересно, взял? На нижний. Сейчас посмотрим, как зацепился. Пока этот... Пока... Успокой, запускай чуть. Давай-давай, успокаивайся. Давай, друг, успокаивайся. За верхнюю губу. Он высасывал кашу, видимо. И за верхнюю губу зацепился он. Красавчик. Спасибо, Посейдон, порадовал нас. Класс. Закат. Красивый закат. И вот еще один. Оп, карпик клюнул. И палка, как всегда, отвалилась в нужный момент самый. Иди сюда, карпуша. Такой небольшой карпик. Красавчик. Классный карпик, такой килошный. Он красавчик какой. Попался на закате прям. Вон солнце только что зашло. И карп зашел.